Оценили по достоинству. Пекарь из Кишинева получил сертификат ЭКО, признанный на международном уровне. Отметили его за производство хлеба из экологических ингредиентов. Одно из главных требований – получения такого документа – использование муки, перемолотой на каменной мельнице. Вот мельница, здесь два камня. Один стационарный, другой крутится. Без мельницы нельзя получить здоровую муку. Та, что в продаже, отбеливается, обрабатывается, содержит вредные для нашего здоровья химические элементы. Дарин Мириуци – один из немногих пекарей в нашей стране, который печет авторский хлеб. 7 лет назад он открыл собственное дело и стал работать на качество, а не на количество. Мы поставили перед собой задачу предложить потребителям здоровый продукт – хлеб, крендели и другую выпечку. Наши ингредиенты – мука грубого помола, пшеничная, ржаная, полбянная, вода, соль и закваска. Это хлеб без красителей и коммерческих дрожжей. Выпечка одного авторского хлеба длится почти 20 часов. Это закваска. Она должна бродить 8-10 часов. Затем следует процесс замеса, очень важный, потому что происходят биологические реакции. Разрушается белок глютена и фитиновая кислота. Бизнес становится успешным, когда есть рынок сбыта. Я хочу, чтобы мой хлеб был доступным. Не хочу, чтобы он был только для избранной группы людей. У меня нет секретов. Я лишь хочу производить качественный продукт. Через этот принцип я не перешагну. Вода, соль, закваска, мука и любовь к своему делу. Экологический хлеб пекаря Дарина Мириуци стоит до 30 леев.